Вакцинация пришла в районы, чтобы облегчить путь пожилых людей и инвалидов, живущих в отдаленных селах и деревнях. До прививочного кабинета для них организовали мобильные бригады. В Ятринском районе сегодня работали три мобильные бригады. Базой для выездного прививочного кабинета стали фельдшерско-акушерские пункты. Люди хотят прививаться. Они поняли, что без вакцинации, что нет выхода, что без вакцинации мы не осилим коронавирусную инфекцию. Это необходимость. Более 3000 населения вакцинировано первым и вторым компонентом. На выезде также соблюдаются все протоколы вакцинации. Сначала обязательный медицинский осмотр. Если здоровье позволяет, пожалуйста, на вакцинацию. Не хотелось контактировать с больными в районную поликлинику никак вот. Не решилась, в общем. Семье все сделали, а сейчас пригласили, сюда приехала компания прививочная. Я с удовольствием, конечно, надо прививаться. Чтобы ускорить вакцинацию, врачи используют и другой вариант. Они высылают за пожилыми людьми санитарный автомобиль. Он и доставляет желающих в районную больницу. Инесса Потапова, Игорь Ульянов, Республика.